Ты был прав. Оружейный барон ищет Викторию. Надо его остановить, пока не поздно. Он уже напал на след. Мой тебе совет, Амика, хватай тяпку и драпай. Нет, не люблю бегать. По моим сведениям, девчонка в Чикаго. Мы с парнями срочно отправляемся туда, но ты должен возглавить операцию. Ты готов, Бейт? Да, я слышу. Надо сцапать какую-то девку. Ее зовут Виктория. Дом тебе позвонит и скажет, где искать. Она где-то там прячется. Все ясно. Сколько возни из-за одной цыпочки? Она что, особенная? Придется привлечь парней. Цена удваивается. Возьми с собой Лени. Он доставит ее сюда. Лени? Хромой хрен? Цена утраивается. Прости, но он полный козел. 25. 39. 26. 37. 30. 35. Идет. Лени, подойди сюда и дай огоньку. Давай, хромой хрен. Хромой хрен Лени. Заткнись, Вейд! Обожаю старину Вейда, он молодец. У меня от него мороз по коже. Вот за это я его люблю. Вейк Декстер безжалостный сукин сын. Но бояться следует его делового партнера, Тома Османда. Владельца клуба «Лисичка» на Бристоль-стрит. Это страшный тип, даже по моим меркам. В том плане, что он умен и у него хорошие связи. Это лишь вопрос времени, когда он выйдет на твою девочку в ее приюте. Откуда ты об этом знаешь? Если кто-то в Чикаго знает, знаю я. И Том тоже. Пришли мне его фото. Мечтает каждый коп Чикаго. А значит, до Лисички безопаснее добираться по тоннелям возле Рокси. Удачи, Амика. Девочкам нужна забота. Мальчики не пропадут. Отщепенцы, сплошь наркоманы. За девочками надо приглядывать. Дьявол забирает девочек. Увозит их на Гавайи. Ад на земле. Пора заняться делом. Владелец стрип-клуба, Дом Османд, также является осведомителем Блейка Декстера. Это он навел его на след Виктории. Я вычеркну его из нашего уравнения, пока он не причинил еще больше вреда. От себя. Птаха рассказал мне об этом не по доброте душевной. Смерть Османда ему на руку. Это шаткий союз. Нельзя забывать об этом. Я молюсь святому Антонию и Пресвятой Богородице. Я молю их за души потерянных, забытых и сгинувших. Все чисто. Ладно, только давай побыстрее. Вонь здесь просто несусветная. Это рассадник крыс какой-то. Мусор отсюда можно вагонами вывозить. Боже, обосраться и не жить. Эй, я что-то нашел. Что там? Не знаю, на алтарь какой-то всмахивает.
Постой-ка, слушай. А что там у нас с гавайским делом, а? Это не наша проблема. Наша задача найти подозреваемого. Не отвлекайся, иначе Фолкнер нас живьем сожрет. Ясно, понял. Но ты это... Все же вызови сюда кого-нибудь, хорошо? Вдруг что-то важное. Ладно, но завтра. Не волнуйся об этом. Понял я, понял. Конец связи. Подобный, пастор. Мы здесь, чтобы вас защитить, ясно? Мы вас не тронем. Но этот человек, он очень опасен. Нет, нет, он соберет пшеницу свою в житницу. Да-да, похоже, совсем на голову больно. Соберись, лысый мужик, вооружен до зубов. Проходил здесь или нет? Кивни, я большего и не прошу, да или нет? Солома! Да ну чего, только время теряю. Я не шучу. Есть такая статья, урод. Препятствие правосудию. Эй, не ори на него, спокойно. Ну, двинутый человек немного. Но получше зацепок пока нет. Нет, психов без толку бить. Надо постараться расшифровать его код. Ну, не знаю. Сойдет, как интересно. Заняться делом. Владелец стрип-клуба, Дом Осмонд, также является осведомителем Блейка Декстера. Это он навел его на след Виктории. Я вычеркну его из нашего уравнения. Где вас таких тупых выращивают? Слово «Гавайи» тебе ни о чем не говорит? О серфинге, дружище. Я тебе не дружище. В клубе найден труп, изнасилована и убита. На теле открытка с гавайями. Вам же сказали, мы ни при чем. Да, мало ли в городе псих. Чем занимаются девочки после работы, не наше дело. Значит, для вас они просто чертовы шлюхи, да? Совесть есть у вас? Пусть тебе каждый вечер в рожу тычут сиськами и задницами. Поговоришь тогда о совести. Мы что тебе, эльфы Санта-Клауса на страже Северного полюса? Это паршивый бизнес. Это очень паршивый район. Ты самый умный, что ли? Хочешь смотреть на сиськи? Плати. Да ладно тебе! Не наезжай! Мы с Хэнком кореша. У меня все схвачено. Хэнк здесь? Знаешь Хэнка? Вот понятия не имею, кто такой Хэнк. У меня к тебе предложение. Ты проваливаешь отсюда и без бабла не возвращаешься, ясно? Лучше не зли меня. Ладно, ладно, как скажешь. Но можно попросить об услуге? Передай от меня кое-что для Эмбер. О, не вопрос, для Эмбер. У тебя ручка есть? Я все запишу, а то не дай бог что-нибудь забуду. А ну пошел вон отсюда. Иду, иду. Отправляюсь домой к суке жене. Как только проникнешь в клуб, обрати внимание на барную стойку. Дом любит быть в самой гуще событий.
слушай меня! Джо, можешь помочь? Я пересчитаю выход. Если хоть центра не хватает, я тебе член отрежу. Я скоро, крошка. Подойдешь ко мне, морячок? Привет, блондинчик, нравится на меня смотреть. Ага, как? Денежку не забудь и руками не трогай. Я на самом деле парень. Видишь, волосы у меня на губе. Воск мне помогает. Эй, ногастая! Подойди-ка ко мне. Посмотрю, что ты умеешь. Начинай, не стесняйся. Умничка, молодец. Теперь давай как в Грайндхаусе. Ха-ха, да, умница! Давай, не стесняйся, покрути своей попкой. С пивом потянет. Пошла вон отсюда! Это дом. Посылаю наверх новенькую. Да, выйду, она крышу сорвет. Гавайскую комнату подготовили? Хорошо. Убедись, что там есть виски и много. Денег не жалейте. И копченого лосося, Вейд его любит. Друзьям все самое лучшее, так? Все, потом сочтемся. Об этих пропавших девушках. Я-то поначалу думала, что это просто слухи. Чтобы принизить нас, понимаешь? Показать нам, что мы дешевки. Что мы можем исчезнуть с лица земли, и всем будет на это плевать. Но сейчас, после того, как пропала Эмбер, я уже так не думаю. Она была так напугана, будто бы знала, что с ней что-то случится. А теперь копы тут чего-то вынюхивают. Слушай, Шайл, если ты не знаешь наверняка, то помалкивай. Копы сами разберутся. Не высовывайся. А знаешь, пожалуй, ты прав. Лучше молчать. Все равно я не понимаю, о чем говорю. Так выговариваюсь просто. Нервы, слушай, мне готовиться надо к шоу. Времени уже в обрез. Дом меня пугает. Я больше не вынесу. Я не смогу. Послушай, ты новенькая. Но мы все через это прошли. Не глупи. В каждом клубе есть такой урод. Свой дом. Требовал станцевать для него в задней комнате. Я так не работаю. А он сказал, что сделает со мной то же, что и с Лори. Или хуже. И Сэмбер сделал то же самое. Только полицейской дубинкой, а не расческой. Что за Эмбер? О, боже, это все не по-настоящему. Ну, сами посмотрите. Повсюду полицейские. А ему что? Хоть бы хны, даже не чешется. Это потому, что копы подмазаны. Никто его не тронет, пока они отдыхают здесь бесплатно. Это ужас какой-то. Как работать-то? Спокойно. Не глупи. И будешь цела. Стисни зубы и работай. Или дом отправит тебя на Гавайи. Там же здорово. Видела вывеску на двери вверх по лестнице? Вечно закрытой. Поверь, там не здорово. Идем работать.
Только копов. Мой будущий деверь тоже коп. А вдруг он здесь? Чувак, ну ты чего? Он все поймет. Это же твой мальчишник. Брось, я хочу оторваться. Ну, как давай, тебе такое, милый? Ладно, есть резон в твоих словах. Как делишки? Покажите мне ваших Бенджаминов. Номер не узнал. Удивлен, что ты мне звонишь. После того случая с лестницей. О, да. Привет, да. А? Болталась дома. Говорит, если не развлеку его друзей, отправлюсь на Гавайи. Эй, так, без паники. Пойди да развлеки друзей. Но не давай им строить из себя хозяев. И думай о хорошем. Мы все через это прошли. К счастью, дважды они не просят. Скажите мне, а что происходит на Гавайях? Вы меня прямо запугали. Там что, какой-то частный клуб? Типа, задняя комната? Ну, что-то вроде того. И поверь мне, куда-куда, а в этот клуб тебе не надо. Крепись. Крепись, милая. Да, красавица. Покажи им, на что способны наши девочки. Но на все подряд не соглашайся. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Я постараюсь. Постараюсь. Бедная, бедная, бедная девочка. Да. Пора заняться делом. Владелец стрип-клуба, Дом Осмонд, также является осведомителем Блейка Декстера. Это он? Пора заняться делом. Да, это Вейн. Я отправил парней за этой твоей птахой. Если он работает 47-м, ему надо срочно подрезать крылышки. Позвони мне, когда девчонка будет у тебя. Декстер чует барыш, и я намерен получить свою долю.
Бывай, старик! Ты был прав. Дом искал Викторию. Я вовремя до него добрался. Молодец, Амиго. Круто. Да, он тобой интересуется. К тебе идут. Некто Вейд. Этот парень чокнутый, как мартовский заяц. Срочно тащи сюда свою жопу, иначе тут будет очень громко и очень грязно. Я тебе перезвоню.